Здравствуйте, дорогие читатели! Свежий номер «Полоцкого вестника» выходит накануне 9 мая. На страницах газеты мы рассказываем вам о ветеранах Великой Отечественной войны, их судьбах, о событиях тех страшных лет. Думаем, что эти материалы заинтересуют как людей старшего поколения, так и молодежь. В свежем номере газеты вы также найдете анонсы ближайших событий на выходные дни и праздничную программу мероприятий, посвященных Дню Победы. И, как всегда, в пятницу наша газета предлагает вам программу телепередач, кроссворд, гороскоп, рецепты вкусных блюд, афишу культурных событий Полочины. Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что в связи с праздничными днями следующий номер «Полоцкого вестника» выйдет 13 мая в пятницу. Напоминаем, продолжается фотоконкурс «Полоцкий вестник плюс манеж равно хорошее настроение». Главное условие – ваше фото с нашей газетой. Присылайте фотографии до 20 мая. Искренне поздравляем вас, наши дорогие читатели, с Днем Победы. Желаем мира, добра и благополучия.